ваше состояние. Так, давайте тогда посмотрим ваши ответы в анкете. Я смотрю, вы ее уже заполнили, да? Замечательно. Разрешите тогда, я посмотрю. Хорошо. Вас беспокоит
собственные внутренние вопросы. Я уверена, что вам эта информация обязательно пригодится. Ну а мы с вами прямо сейчас начинаем медицинский осмотр. Как раз-таки скоро у нас с вами Новый год, поэтому провериться это вы очень вовремя пришли. Итак, поднимите, пожалуйста, вашу футболку. Сейчас дышим спокойно. Так. Замечательно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Задерживаем дыхание. Снова дышим спокойно. Сейчас хочу вас попросить поддержать меня. Там внизу есть кнопочка, похожая на большой пальчик вверх. Нажмите на нее, пожалуйста. Для меня это правда очень и очень важно. А также буду вам крайне признательна за ваш отзыв о сегодняшнем медицинском осмотре. Там внизу в разделе «Комментарии» напишите, пожалуйста, какой из осмотров вам сегодня понравится больше всего. И в целом, нравится ли вам медицинская ролевая игра с тематикой осмотра у врача? Буду вам очень за это благодарна. Давайте наберем 3000 пальчиков вверх, и тогда следующая ролевая игра с врачом выйдет сразу же. Что ж, результаты меня очень даже радуют. Все в порядке. Да, ничего того, что меня бы смутило, я не услышала. Сейчас, пожалуйста, следуйте моим указаниям. Смотрим сейчас прямо на меня. Стараемся на фонарик не обращать внимания. Смотрим только прямо на меня, хорошо? Только прямо на меня. Отлично. Моргать можно. Итак, еще немного. Снова сейчас смотрим прямо на меня. Да, стараемся взгляд не отводить. Чудесно. Так. Можно, конечно же, поморгать почаще. Sure.
Замечательно. Теперь снова сюда.
точно. И последнее повторение. Молоточек ищем. Да, хорошо. Итак, показываю вам сейчас. Цвет сейчас фонарик. Так. Верно, хорошо. Фильтр убираю. Убираю. Давайте попробуем теперь вот такой фильтр. Я уверена, вы тоже справитесь.
Оставить вас без наслаждения звуками камертона. Если вам нравятся звуки камертона, обязательно поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. Ну и, конечно же, мне будет очень приятно, если вы поддержите это видео и оставите свой отзыв о сегодняшнем осмотре. Мне будет очень-очень приятно. И для меня это правда важно. Так, приступим к камертончику. Для начала будем определять, в каком ушке вы будете слышать звук камертона. Просто называйте мне. Сейчас слышите звук камертона.
Сейчас определим, одинаково ли вы слышите звук камертона в обоих ушках.
Здесь.